26 января клуб «Золотая осень» совершил замечательную, очень интересную поездку в город Коломна. С нами был настоятель храма Преображения Господня, отец Николай. Он очень много рассказал нам исторических моментов, о которых мы читали, о которых мы знали, но наконец-то мы их увидели. Старинные церкви, старинные башни, старинные иконы. Возле этих икон мы помолились. Мы просили здоровья для наших родных, для наших близких. Мы попросили благополучия для нашего совхоза имени Ленина. Мы очень благодарны Грудинину Павлу Николаевичу, отцу Николаю за то, что они нам это организовали чудесную поездку. Мы посетили не только Коломенский Кремль, мы посетили еще очень старинный Николо-Родовицкий монастырь. И странных предстательниц, скорбящих радости, обидимых покровительниц, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози. В этом монастыре, в храме Рождества Пресвятой Богородицы, есть чудесная икона. Это резная икона XVI века. По преданию, Иоанна Рогожа, игумен этого монастыря, увидел святителя Николая, который шел по водам озера в сторону острова. И под впечатлением этого видения он вырезал эту священную икону. Она в полный рост из цельного дерева яблони. В одной руке святитель держит меч, а в другой руке держит храм, символ города Коломны. Это была наша первая поездка, но уже в планах наших есть поездки на февраль. Мы продумаем, куда мы хотим еще съездить, как в паломническую, или, может быть, поездку по историческим местам в ближайшее Подмосковье. Обязательно об этом мы оповестим. Сейчас вот мы заканчиваем последние, так сказать, штрихи по нашим работам, по оформлению выставки, по оформлению музея. И двери наши и не закрыты, и никогда не закроются. Ждем вас в гости в новом отремонтированном помещении. Сядем за круглый стол. Поговорим о наших проблемах, о наших задачах. До новых встреч!